Снимай дальше, я включил. Включил? Да. Сзади посмотри, как София посмотрит. О, боже, мама. Ну, как не понравилось, как подсветили. Сейчас правильно, а тогда я что-то не видела этой красной кнопочки. Наверное, просто не снимаю. Ну, я дожала на съемку. Это правительственное здание. Это он впереди министерства иностранных дел. А это вот? Это МВД. Андреевский спуск, здесь я начинаю. Thank you.
колокольни, видишь, люди стоят. Какой дядя красивый, а вот там, да? Хаяк отель. Вот как раз мы уже на Майдане. Есть тут, ну, виды заложены, и крылья этого самого Михайла. А там же не крылья. Это видны... Пока не вижу я ни крылья, ни Михаила. Видны Вятские ворота. Нижний вход в город. Стоим в пробежке. Ну, нет, это не пробежка, это правильно. Потому что центр. Здесь они гуляют, идут домой. Идут в театр. Сейчас мы как раз выезжаем на Майдан. Пролейбу, который закрыл двери и должен ехать. Но он почему-то не едет. Но он дернулся. И даже включил поворотник, что он отъезжает. Поехали. Мы как раз заезжаем на Майдан Независимости. Это уже стало нарицательным. Там, где вся буча происходит. Да, буча происходила здесь. С 2014 года. Здесь буча происходит.
это где? Это украинцы. Это вот как раз, вот да. Вот смотри, назад, вперед, назад. Вот, вот вон, консерватория видна. Вот это. Вон консерватория там. И фонтан, да. Ну вот, вот, это же Майдан. Это, ну, Майдан это площадь, просто площадь. Вот мы приехали мимо площади. Одни ларьки вижу. Справа. Зарядка закончилась. Совсем. Выключай, заряжай. Сейчас буду заряжать.